Приветствую всех, привет, друзья, я Любомир Борода, и сегодняшний наш выпуск будет посвящен металлическим застежкам, так называемым шаклам, скобам, скобам там в стиле омега, D-образных и так далее. И вопрос, собственно, в чем заключается, меня спрашивают, где я покупаю такие застежки. Вот, друзья, сразу могу вам сказать, то, что место в интернете, именно на западных каких-то площадках, там типа eBay, AliExpress и прочих, я не нашел, где купить нормальные застежки. Вот. Но, опять же, это не истина. Вот, соответственно, каждый из вас может попробовать разных там продавцов и, возможно, наткнется на какой-нибудь шикарнейший, хороший шаклы. Вот. Я пробовал несколько раз, у меня ничего не получилось, и поэтому я остановился все-таки на том, чтобы покупать эти застежки у людей, которые уже торгуют паракордом, у людей, у которых на территории своей страны, у которых вы можете посмотреть, протестировать и, собственно, сделать выбор, стоит там брать или нет. Если же у вас есть какая-то коммерческая жилка, и вы хотите все-таки покупать их оптом, покупать, ну, тащить их откуда-то из-за бугра и здесь перепродавать, либо же пользоваться более как бы дешевой ценой из-за того, что вы купили оптом, то, конечно, пробуйте, покупайте где-то. Ну, собственно, я хочу вам поделиться с вами своим опытом. Вот. Я использую в своих изделиях вот такие вот застежечки. Это их еще некоторые называют такелажными скобами, но так они называются в строительных магазинах, насколько мне известно, и там они все-таки сделаны из какого-то непонятного сплава и, ну, и выглядят очень-таки не, ну, как бы не круто, я бы сказал, да. Вот у меня скобы вот как раз U-образная, вот омега, вот бывают у них разные вот эти вот шапочки. Вот сегодня у меня гвоздики такого плана, потому что мои такие ходовые с дырочкой внутри вот на сегодняшний день закончились, и я не подвез, как бы не купил новых, потому что там задерживаются. Собственно, вот такой гвоздик мне, он очень нравится клиентам, но мне как раз не очень, потому что он очень легко раскручивается. Если вы не закрутите его до конца, плотно прямо так прижав, его очень легко потерять, потому что он крутится об рукав и, соответственно, теряется. Вот. Но дело не в этом. И вот, собственно, для регулируемых, опять же, скоб, вот такие вот пластины. Все это из нержавеющей стали. Это выглядит хорошо, очень долго служит. Ну, можно сказать, что они долговечные. И мне нравится с ними работать. Вот, когда вы видите вот эти долговечные из нержавеющей стали застежки на том же там eBay, AliExpress, прочих сайтах, на картинках вам фотографируют, ну, показывают фотографии точно таких же классных штук из нержавейки. А в реале, когда вы получаете товар, вам приходит вот такая вот шляпа. Вот, это сейчас покажу. Это такое вот крашеное чудо, непонятно из какого сплава оно сделано. Ну, это какой-то металловый сплав, металлевый там или какой. И покрашен якобы под хром. Ну, покрашен еще очень стрёмно, с какими-то пупырышками. Вот. И вот такие вот у них блестящие якобы скобы. Вот. Ну, что я могу сказать? В таких скобах, ну, у них сразу отлетает краска, вот, они становятся стрёмными и ужасными, у них срывается резьба моментально. У многих изначально прям при покупке эта резьба не подходит. Выглядят они примерно вот таким вот образом. Вот. И, соответственно, ими завален весь интернет, все интернет-площадки западные. Вот. И часто, вот я обжегся несколько раз, я даже в комментариях к видео постараюсь найти и выложить хотя бы один магазинчик, где меня таким образом обманули.
Вот, написано все хорошо, все четко, там какие-то размеры, там все это есть, красивые фотографии. Приходит вот такая вот фигня. И что обидно, что часто вот такая фигня продается по цене фигни, а часто эта фигня продается по цене хороших качественных шаклов. Вот буквально недавно я получил вот такой вот пакет, потрогал его на вес, думаю, ну вроде бы то, что надо, достал. А там все то же самое, вот так вот прям, пакетиками. Куча говнишка. Вот. Вот, ребята. Мне вот даже стрёмно перепродать. Кому-то это говно. Если кому-то очень интересно, он живет в Украине, вы напишите мне, и я вам, можно сказать, что отдам за бесценок. Договоримся. Вот такие вот дела, ребят. И, ну, опять же, это я считаю, что я постарался ответить на этот вопрос. Я их покупаю там, где я покупаю паракорд. А паракорд я покупаю у людей, которые его продают. Вот, можно сказать так. Вот. И это, опять же, не секрет, но раскрывать как бы прям от своих продавцов я не хочу. По той простой причине, что найти их очень легко, вот. Надо просто немножечко поискать. Вот. И, соответственно, если вы найдете продавца, который торгует нормальным, качественным американским паракордом, вы обязательно у этого продавца найдете нормальные, качественные, стальные, из нержавеющей стали шаклы. Как регулируемые, так и нерегулируемые. А, и вот, что еще... В чем прикол с этим пакетом, я тут что-то пропустил. Вот этот вот пакет я получил от того же самого продавца, у которого как-то раз удачно купил хорошие шаклы. Тогда они были немножечко такие затемненные. Очень классный был лот. Стоит, я уж не помню, ну так прилично каких-то денег. Я их купил, были такие, может кто-то видел. У меня есть в ранних роликах и на фотографиях есть такие браслетики с такими темненными, как раз регулируемыми шаклами. Они глянцевые такие и прям темные, классные, офигительные. Вот. И потом этот лот закончился, и у них стоит выбор цвета. Типа вот темненькие берете или вот такие вот светленькие. Цена та же самая, картинки вот именно у них темные, темные, светлые, светлые. Они ничем не отличаются, только вот цветом. Ну и я думаю, раз темные у них были такие вот классные, закажу-ка я у них вот эти вот светлые. Ну они же тоже офигенные. Вот, как раз гравировочек на них наделаю, то и все. И заказал в этом же самом магазине по той же самой не очень-таки скромной цене, вот, так же, как покупал темный, сказал вот эти вот светлые, так сказать. А мне прислали вот такое вот фуфло. Вот. А когда я к ним обратился с жалобой, написал, что ж вы негодяи делаете, они мне сказали, то, что размеры-то соответствуют. Вот. И типа мы не знаем, что ты там, чувак, имел в виду, а мы имели в виду то, что мы тебе вот впарили. Такие вот дела. Вот, на этом все. Надеюсь, что на вопрос я ответил. Буду заканчивать. С вами был Любомир Борода. Подписывайтесь на канал. Будем раскрывать еще более интересные темы. Хорошего дня, ребята.